Разойдись, свинопасы! I am assuming direct control. Ебануться! Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Хаклайв, и сегодня мы с вами поиграем, наверное, одну из самых наркоманских модификаций на Asterix Obelix XXL. Это Unfair Asterix Obelix XXL. Модификация выполнена двумя классными чувачками с никами SPQR. Я не знаю, как это правильно слово читается, но оно еще в фильмах про Asterix мелькало, когда на флаге Эльвин были изображены вот эти именно буквы. И... Адрианом. Это два чувака с классного дискорд-сервера по Астериксу и Обеликсу, именно по XXL-евским играм. Ссылку на сервер я не знаю, это надо Майлз запросить, то, что он на нем до сих пор торчит. Я с него как-то в свое время вышел, когда мне стало там уже неинтересно. Но, в общем, эту модификацию мне подкинул уже Майлз. Это наш модератор канала, который у нас следит обычно за чатом на трансляциях и просто который мне подкидывает очень много классной информации про всю серию игр Asterix и Obelix XXL. И давайте-ка мы с вами сейчас опробуем все это на деле, потому что я вообще не знаю, что может быть при прохождении. Я только запускал конкретные локации, и надо сказать, скажу как есть. Ребята, это пиздец, это Dark Souls. Это своего рода Dark Souls. Вы сейчас увидите, мы просто начнем... Плюс, я так понимаю... О, смотри, деревня уже горит. То есть, я так понимаю, гейм-модуль здесь используется конкретный, который делает игру на под 16 на 9. То есть, можно заметить то, где, допустим, разрабы поленились, что-то не допилили. О, они только тут заспаунились. А, я знаю это место, это вот этот вот спуск. Ну, вообще классно получается. Я никогда не... О, смотри, мы за горящей деревней. Нормально. Я и не знал, что так использовали локацию все эти. А это интересно где? О, ёпарный. Догматикс! Where are you? Догматикс! А он вообще не там стоит, да? Ну что ж, давайте смотреть, что из себя представляет модификация вообще по жести. Ну это тотальный... О! О! Мне уже с порога суют двоих. Ага, вы еще и щитами умеете блокировать. Ой, ты смотри, а внизу-то вообще тотальная жопа. Там два центуриона. Вот это я понимаю, сейчас будет XXL на максималках. В плане сложности. Римляне потому что блокируют твои атаки... Ой, ой, касцена началась. Привет! Ладно, давайте мы это все пропускать будем. Мы здесь не из-за сюжета, мы здесь чисто из-за экшончика. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо, ребятки больно сносят. Их же еще и пробивать долго надо. Тихо, возьми ты его. А, это вы сверху прибежали ради меня, да? Спасибо вам большое, ребята. Ладно, пока не сложно. Пока. Но это только начало игры. Комбинации у нас, конечно же, нету. Тихо. Ай, тихо. Я уже половину жизни потерял. Вот мне почему-то охота. Потому что здесь же на них можно и шлепчики уже пофармить, и в деревню заходить. Там то, что вообще тотальная жопа. Странно вы улетаете. Не, ну вообще... XPQR и Адриану, надо сказать спасибо за такой мод. Эй, ты чё? Ты чё? Это как называется? Я его пробить не могу. А он не пробивается. Стой, а тут вообще железный ящик. Ну чё, можно сказать? По хардкору вообще все пошло, по хардкору. Два центуриона. И за мной бригада римлян выехала. Ой, сколько вас тут. Вот это я понимаю, начался захват деревни. А тут там оставили три калеки в тот раз. Так, сейчас. Там же еще надо, получается, черепаху убрать. А это один вариант есть. Я помню, когда я здесь первый раз был. Вот тут, да. Веселуха началась, ребята.
Так, в первую очередь надо вас убрать. Да, вообще наркоманский мод, надо сказать честно. Все, он сам толкает, я неуязвим. Ха! А, вы не блокируете атаки, уже хорошо. Только они толстыми какими-то, по-моему. Ай! Ай! Ай-я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 й. Вот я же говорю, Dark Souls. Че, заново что ли? Ну заново так заново. Ладно, давай поехали по новой. Тут бригады уже нету. Как ни странно. Хотя нет, на самом деле странно. А нужна ли мне драка с вами? Классный огонь, я урон не получаю. А нужна ли мне драка с вами дятлами? Так, я смотрю, кто-то не выдержал нагрузки и попросту сдох. По крайней мере, с таким гейм-модулем можно реально посмотреть нормально на всю карту. Надо будет попробовать его запихать в это, в мою версию игры, нормальную, без модов. И посмотреть, что из этого выйдет. Я надеюсь, я плиту-то отодвинул. Да, плита отодвинута, все, тогда нормально все. Кэш, кэш, собаки! Имперские. Не, ну там полегче уже будет, это я тебе гарантирую. Эй! А, типа драка, я не могу с тобой поговорить, да? Уйди! Чё ты так медленно прёшься? Уйди! Уйди! Поговорим? Тебя надо вывести. Эй, куда ты убегаешь? А! Еще и черепаху надо, да, убрать? Как я ее уберу? Зелья-то больше вроде нету. Вообще, если ухо намечается полное. Давай искать что-нибудь. Зелья-то, наверное, больше нету, а я черепаху-то не успел убрать. Или сейчас придется подыхать. Вообще красота. В общем, все как говорил Майс. Наркоманский мод. Хотели получить? Так, ну тогда нам придется зелье-то, если нет, я как вам пройду-то? Это место-то, а? Оно там не спавнится случайно, а? Нет, оно там не спавнится. А я, кажется, понял одну тему. Ну-ка, стой, надо умереть. Надо сдохнуть. Что? Нормально, нормально. Меня игра не перестает удивлять. Все, я въехал в тему. Все, ребят, я понял. Я понял, что можно тут сделать. Можно это место вообще можно пропустить. Тупо сломав игру. Я не знаю, как это повлияет на сюжет и на все остальное, но выброс вообще можно на изи. Но надо зелье получить. Ай! Тихо, не бей, не бей, не бей. Вот и мы ушли. Ой, ты смотри, ты как... Ух ты! Будь это XXL 2, я бы обрадовался, но выиграть с таким количеством римлян в первом XXL, мне что-то страшно. Ой, Сэм, привет, ты уже тут, да? Да, я знаю, что там лавр. Я его брать не буду. Он мне не нужен. Он мне вообще нафиг не нужен. Мы вообще их брать не будем. А вот тут сейчас жесть. Тут же тоже римляне. И этот не пробивается 100%. Ну вот как тебя пробить, а? А, нет, пробивается. Капец ты жирный. А, счетчик обнулился. Типа из вакации вышел. Ой, Обеликс стоит. Обеликс, помогай! Твоих же мочат! Ну, тут придется реально сейчас за всеми подчищать.
Вот если бы Этренджи Слейблео сами замутили такой битэнап, где куча римлян, то это было бы реально интересно. Вот это я понимаю, типа, вот Цезарь настроен решительно, чтобы галлы не спасли своих друзей, а то в оригинале это парочка дебилов, типа, ребят, задержите их, а я пока этих перевезу в другие тюрьмы. Блеск. Музыка еще классная. А где бочка динамита? Вот тут бочка должна быть. А бочки динамита-то нет. А, вот она. А нихера она тут? Она еще не взрывается. А! Если честно, я пока не въезжаю в эту странную логику. Вот скажу честно, там что-нибудь взорвалось? Нет. Прикольно. Объект поместили, триггеры не поменяли. Да, я не нашел еще Догматикса. А где римлян-то? Его тут и нет, он уже удрал. А там-то на берегу вообще полная жопа. Тут вон какая когорта. Ого-го. Спасибо, хоть зелье оставили. И римлян, который не умеет блокировать удары. Тихо, черепаха, не двигайся. Чего они так медленно по черепашьей прут, а? Я, конечно, понимаю, что у вас любимый построен череп... А, они еще и не триггер. Они, знаешь, как им надо дойти до точки, они только тогда типа будут агриться. Да, конечно, игра поломана сильно. Там одна черепаха или две? Капец, чё такая толстая-то? Всё, мод официально признается недоработанным наркоманским. Да-да-да, ты тут все то же самое, да? Я надеюсь, что это интересно будет. Ладно, нихера не надеюсь, я сюда чисто по канону бежал. Стой, это ящик. И вот как ломать эту черепаху, если зелья нет, а она так быстро не ломается, а? Они же еще при этом все с... Зачем нам этот римлян с собой? Они же еще все с копьями наружу. Друид, надеюсь, не сбагает? Тотом. Давай на пятерку. О, Догматикс. Да, спасибо, я заберу эту собачатину. Эту собачку. А там сейчас будет... Ой, привет, ребята! Да, веселуха полная, конечно, с этим модом. Римы не капец какие толстые стали. Нет, ребята, у меня реально нет слов. Это классный мод. Это теперь не те римляне, которые улетают за три удара, а теперь это теперь настоящая машина для убийств. Это реально, это натуральный Dark Souls. По крайней мере, ты вспомнишь, что не за 3 километра и хоть какой-то прогресс сохраняется. Ну, за сохранение теперь надо капец как долетать быстро. Ты смотри, от нас тут забаррикадировались. Сколько тут надо римлян вывести за раз? Прикол, если под 300. Счетчика нет. 110. Это больше, чем в прошлые разы. Ну, ребята! Ой, кабан исполнится не там.
Веселая вечеринка с кабанами. Черепаха, которая бегает туда-сюда. Ай, ай, о, смотри, смотри, они мне уже по урожи снесли. Ладно, я думаю, самое время применять секретное оружие, которым я знаю. Эть, эть, тихо. Сейчас я ящики сломаю. Уши! Черепаха, а ну иди сюда. Ко мне, твари! Хватит кружить вокруг меня, идите кучей, вас быстрее будет выкинуть. Черепаха, где? В смысле еще одна? О, мать вашу. Мы сегодня год потратим на то, чтобы пройти хотя бы одну галлю. Это же Unreal. Я в Риме, по-моему, вообще весил 1000 гривен, теперь вначале вообще 5. Блин, классный мод. А не, по-моему, черепаху даже бить не надо. Тут, по-моему, римлян даже лишнего, чем надо. Или нет. Ой, слушай, а вот тут я никогда не был. А, туда еще и запрыгнуть нельзя. И что, ни в одном нет зелья? А где римляне? Да ладно! Двое и черепаха! И что мне с ней прикажешь делать? Ой! Тихо ты, не урчи. Что мне с ней делать? Лавр? Да ладно! Ребята даже лавра переместили. И хоть в одном зелье-то, ну дайте, а. А ящики у нас теперь еще и летают. Блин, мужики, ну не будьте вы такими, дайте хоть из одного зелья. Я же не выберусь иначе. Ой, жопа. Ой, жопа-то какая. Какая натуральная жопа. Как мне ее бить? Что, сдохнуть от нее прикажешь? Только умирать остается от нее, ёлки. Ой, кто бы знал, кто бы знал. А иначе никак. Вот эта подлянка полная, конечно, была. Ладно. Иди сюда. Иди сюда, черепаха драная. Следующая. В смысле? Ладно, их под конец тогда будем бить. Иначе они тоже спаунятся. Черепах тогда надо в последнюю очередь было выносить. А до этого будем выносить сейчас вот эту сотню. Блин, а что в Нормандии-то будет, а? Нормандии же вообще полный трешак будет, там же еще и босс есть. Римляне научились пользоваться щитами, вообще кайф для них. Ух
Ой, а там черепаха заставила поход в текстурах. Так, тихо. Перегруппировка. Вообще некоторые кругами тупо бегают. Это ладно, я еще в Гильвеции не был. Я, по-моему, по скриншотам видел, там тотальный пипец. А вот теперь три римляна, я не вкуриваю, в чем прикол? То есть как бы черепаха есть, но она как бы нахуй там не нужна, да? Ладно, этот лавр давай заберем, а то у меня столько времени и сил это все потратить, ух. Блин, да это реально это классный Dark Souls про Астерикса. Мне лично он заходит. Фу ты, я думал, тут сейчас будут римляне. Я нашел правильный путь. Давай мне сейчас где-нибудь... Стоп, чего? Там под этой... Там что-то есть! Меня тут никто, надеюсь, не встречает. Тут безопасный зон. Ух, тут сейф-зона. Тут открыта дверь была! Тут что, все время была открыта дверь? Серьезно? Тут правда была открыта дверь? Ух, классно. Я вижу, что под нами. А, уши! А, я же звук убавил. Не спрыгнуть? Интересно, кто нас там ждет? Кто нас там ждет? Какая залупа нас там ждет, а? Ох. А, ничего нового. Два центуриона, правда. А, вот это не критично, кстати, два центуриона. Вот это, кстати, место полегче что-то будет. Нифига, там еще римляне бегут. Все, Джеки Чан успокоился. Уже 1000 шлемов. Никогда такого не было, и вот опять. Тихо. Вот я не люблю играть за Обеликс, он недоработанный. Его бы переделали лучше бы. Да чё ты не улетаешь-то, скотина? Это единственный эффективный путь их выброса. Интересно, куда ведет эта дорога дальше? В Гельвецию? Стоп, минутку, что? Мне показалось, как будто она там в горы тупо уходит, эта дорога. Улетай! Все? Все. By two tarties, I'm glad to see you. But where are all our village folk? Where is our chief, Vital Statistics? What's happened here? All our houses are on fire! Now just calm down. Let me out of this cage, and I'll tell you the whole story. It was an everyday kind of day.
I was just bringing a cauldron of magic potion to a simmer when the Romans arrived. Так, ну а насколько мы знаем, пропускаем. Я ничего интересного пока не увидел в этих катсценах. Так, на пятерку. Оу, классно! Недопиленная карта! Че, посмотрим, что себе представляет Нормандия на первый взгляд. О, меня уже встречают. Покой нам только снится, да? Ой, дико, зажали, у меня уже хп нету. Да ладно, начало вакации, мы уже трупы. Ну, ладно, ребят, на этом закончим. С вами был HackForLife. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем удачи. А я не могу выбраться. Всем удачи. Большое. Пока. Я умею летать. I believe I can touch the sky.